Сообщение из Среднеазиатского митрополичьего округа. Свято-Троицкому Никольскому женскому монастырю Ташкента исполнилось 115 лет. Итоги более чем вековой истории подвели на конференции, которая прошла в стенах обители. Сестры монастыря, студенты и преподаватели Ташкентской духовной семинарии, а также прихожане обителей столичных приходов приняли участие в научном форуме. Встреча была посвящена двум юбилейным датам – 115-летию со дня основания монастыря и 130-летию со дня образования Никольской общины. Открыл заседание глава Среднеазиатского митрополичьего округа владыка Викентий. Сестры монастыря, когда приняли монашество и начали исполнять свои обеты, обещания перед Богом, то тут надо применять больше усилий. И в молитве, и в смирении, и в послушании. Игуменья Никольского женского монастыря Екатерина Мальгина в своем докладе рассказала о современной жизни обители. В монастыре жизнь сестер основывается на заповеди «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Господь сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». В завершении конференции настоящим подарком для всех присутствующих стала небольшая концертная программа, подготовленная детьми прихожан Ташкентской Никольской обители. А на следующий день торжества в монастыре продолжили с богослужением архиерейским чином. Поздравляя монастырь с престольным праздником, владыка Викентий призвал собравшихся молиться за своих обидчиков и переносить осуждение с любовью и смирением. И дай Бог, чтобы мы жили в мире и согласии друг с другом и не ненавидели никого, кто бы ни был вокруг нас, и злых, и добрых, и любящих, и ненавидящих нас. Всех мы должны любить. В свою очередь, настоятельница обители поздравила архипастыря с днем празднования Николы Зимнего.